Всем привет! Сегодня мы с вами отправляемся в небольшое путешествие в населенный пункт Давенпорт, который расположен вдоль побережья Тихого океана на первом хайвее, примерно в 9 милях к северу от Санта-Крус. Этот населенный пункт был основан капитаном по имени Джон Поуп Давенпорт, который поселился примерно в полумиле от сегодняшнего города в 1867 году. Давенпорт построил 400-футовый причал в устье Аквапуэрка Крик, что в переводе означает «мутная вода». Этот причал был построен для загрузки пиломатериалов, снесенных с холмов, для отгрузки в ближайший Санта-Крус. А сейчас мы с вами на маяке Пиджин Пойнт. Это один из самых живописных маяков на побережье Тихого океана. Башня стоит на скалистом мысе и долгое время была ориентиром для кораблей, приближающихся к заливу Сан-Франциско с юга. А сейчас вы видите линзу Френели, которая была установлена на маяке. И она состоит из 1008 линз и призм с ручной полировкой. Была изготовлена в Париже в 1872 году. Приятным сюрпризом встретить на берегу малыша, ничего себе малыш, морского слона. Продолжаем путь до Давенпорта. Идем внутрь туннеля! Однажды я уже здесь был, честно скажу. В прошлый раз тут было мельче. Фонариком. Вода на самом деле холодная. Что, нас ждет другой туннель. Пойдем дальше. Местное искусство. Туннель полностью затоплен водой. Пока можно идти, пока позволяет глубина, будем стараться идти. Дальше становится глубже. Thank you.
возвращаемся обратно. Другой дороги нет. Приходится идти по туннелям в обратную сторону. Уже один туннель пройден. Впереди еще один. Впереди слышен шум океана. Дальше не пойдем, потому что низко, и он заканчивается. Еще метров 15 впереди, и дальше конец.
Это был восхитительный день. Очень тут красиво. Мы получили огромное удовольствие. Пока. До встречи. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.